пока не приехал. Я даже не знаю, как форму оценить. По подводке тоже пока не знаю. То есть что-то подходит, что-то не подходит. Вроде пью хорошо, но уже сводит сейчас. Я уже боюсь за сцену. Мужчины, бодибилдинг. 70, 75, 80 килограмм. Проходим на предварительный просмотр. Короче, будем думать. Я думаю, Руслан посмотрит видео и скажет. Но это все вживую надо смотреть, видео не передаст. Какие-то манипуляции должны будут произойти, чтобы меня не свело нахрен на сцене, не приехала скорая опять. Вот. Чего там? Чего так-то народу мало вообще? Мало вообще народу. Я что, с хватом только вдвоем выйду? Короче, призовой точно займу, да? А что с голосом? Ну, уже прошел практически. Я простыл, и вот как осложнение. Я же вообще не говорил, я шипел. А сейчас он уже нормально таким брутальным голосом. Почти как тарануха разговариваю. Вот. Короче, надо заполнить, да, и снимем там что-нибудь. Блять, мне форма не нравится на самом деле. Какая-то херня вообще. Ну сейчас посмотрим на линейке. Я вечно недоволен. Килограмм найдешь? Аскет. Давайте тогда разденемся. Давай, разденься. Давай, интересно. А где он? Сейчас дам. Да. 117, да? Здорово. Чтобы мне главное не пересниться, а то что-то вес уже падает. Посмотрим, сейчас еще кто будет регистрироваться. Времени осталось немного. С кем? Посмотрим, кто еще будет регистрироваться. Ну, я, походу, схватываю, выйду вдвоем у нас с призовыми. И вынесу его, да? Дядя Сережа может на старости лет. Ну так, для Крылов, Крылов еще. Крылов собрался. Он будет ведущим и выступать. Угу. Интересно. Ох, что, ты прикалываешься, что ли? Так, ну что, друзья, всем привет, вы на канале Genetic Club. И сегодня у нас в гостях Кривошея Никита, который стоит сейчас и дает интервью. В общем, что я хочу сказать, меня спросили про вопрос, как подготовка, да? С кем, да. Я готовлюсь к Крису Мацеда, кто не знал, кто знал, тот молодец, кто не знал, тот тоже молодец, вот. Подготовка проходит достаточно хорошо, то есть формой я доволен, Крис Ацеда тоже формой доволен, все проходит замечательно. Только что зарегистрировались, вес 88 килограмм, категория до 85 килограмм. Так как я в том году стал чемпионом этой категории, то у меня про вес 3 килограмма. Поэтому никаких жестких ужимов, все четко, комфортно, плавно сделали форму. Сейчас ее останется довести до старта, старт послезавтра в понедельник, воскресенье.
И все. Форма, я доволен на самом деле. Это, наверное, моя самая лучшая форма, которую я видел. Вот. Она еще не доведена, но через 2 дня будет то, что нужно. Меня еще наполнит, меня еще сольет. Буду жестче и буду больше. Поэтому, как сказал Крис, ты будешь на сцене выглядеть 110 килограмм. Поэтому, а я ему верю, потому что он реально делает вещи. Поэтому, друзья, как-то так, следите, в воскресенье будет старт, приходите, хотя это уже ролик, наверное, там выйдет через недельку. А, завтра уже, да? Завтра. А, да, ну все, тогда вот в воскресенье приходите, смотрите, болейте. Вот, будем всех рады видеть. А, произволка новая будет, да. Ну, мне она очень, мне, она, на самом деле, вот сейчас произволка мне больше нравится, нежели было тогда. Сейчас более плавная, более такая эстетичная и сдержанная. Вот. Энергетика там тоже будет, но немножко другая. Поэтому что-то новенькое. Всем привет, меня зовут Владимир Хватов, выступаю уже 2-й сезон подряд, весной выступал, сейчас осенью. Подготовка проходит отлично, по плану, потихонечку готовимся, подводимся к чемпионату Санкт-Петербурга. В моей категории будет Денис Бажанов, хороший спортсмен, атлет, всегда в форме, всегда в топе. Еще, я думаю, буду бороться за абсолютку, я в этом уверен. Думаю, главным соперником будет Влад Сулагуб, ну там еще есть многие, так скажем, спортсмены, которые достойны будут этого звания абсолютного чемпиона Санкт-Петербурга. Но я думаю, по моему счету, думаю, будет я и Булат Сулагуб. Как бы это ни звучало, так сказать, оскароносно и высоко. Потому что я не люблю давать такие громкие заявления заранее. Да, я люблю доказывать делом. Потому что было много историй, которые люди говорили, да я там, это, завтра, все. А по факту выходило, как выходило. Всегда говорю, моя задача маленькая, это подготовиться, выйти на сцену, сделать хорошую конкурентоспособную форму, показать ее, а там дальше уже сцена покажет, а судьи рассудят. Потому что наш вид спорта, он такой субъективный. Кому-то что-то может не хватить судьям по форме, и можно как пролететь, а можно также и выиграть. Я настроен только на победу. Так, ребят, ну что, зарегистрировался, вес 117,5, возможно, немножко переслился, но сейчас будем корректировать, у меня еще сегодня загрузка, еще вода, плюс у меня еще завтра еще более-менее нормально углеводов, но воду режем. Я думаю, какие-то манипуляции сделаем, чтобы форма была наполненная, пока еще не наполненная, и я чувствую себя переслитым. Потому что вес 5 дней назад был 122 килограмма, сейчас взвесился 117,5. В категории, походу, будем биться сразу, можем в абсолютку выходить. У нас 2 человека, Хватов и я. Вроде в Инстаграме смотрел, Крылов хотел, но он не пришел, не знаю, может, передумал. Но если что, будет 2 человека, супер. А Булат Сулагуб в отличной форме, он уже, у него уже был старт,
Хотелось бы зарубиться с ним в абсолютке, ну и посмотреть, выяснить, кто круче. Но так у нас еще Питер, Россия и Кубок мира. Надеюсь, дотяну. Ну да, увидимся на соревнованиях. Приходите. Категория есть много человек, есть мало человек. Но это Питер, как бы. Кто-то отвыступался уже, кто-то не хочет выступать. Я вот решил выйти. Приходите, болейте, поддерживайтесь. Ну и подписывайтесь на канал Genetic Club, на мой канал и на все каналы, короче, на GSS тоже. Все, всем удачи. Трудно сказать, кто будет абсолютным чемпионом, потому что борьба намечается достаточно серьезная и ровная. Но мне кажется, что за абсолютку могут побороться Бажанов, наверное, и Сологуб, наверное. Вот они скорее, наверное, фавориты. Но другие ребята тоже могут улучшиться, подтянуться и, наверное, тоже побороться за место абсолютного чемпиона. Но вот я вижу, наверное, их главными на этот день. На данный момент у меня период массонабора. Я собирался дойти до 120 килограммов, дошел до 118, но потом мне сказали, что нужно выступить на гостевом позировании на чемпионате России в Ульяновске. Соответственно, я буду там не только как помощник для своих спортсменов, как тренер, но и как гест-позер, так скажем. Соответственно, я сейчас сижу на относительной диете, чтобы иметь вес 112-113 килограмм к тому дню, то есть через две недели. Вот, ну, здесь я пришел чисто поддержать своих спортсменов. У меня много спортсменов с широкой географией, которых я веду как онлайн-тренер и, соответственно, пришел им помогать. Также будет на чемпионате страны тоже. Следующее мое соревнование – это Siberian Power Show. Многие из вас знают, что я ушел в профессионалы из любителей. В принципе, по любителям я уже много, достаточно выиграл турниров, наверное, все основные, и пришла пора уходить. Я буду выступать на Siberian Power Show сразу на второй день в профессионалах. Далее будут турниры в Испании и в Фуджайре, чемпионат мира среди профессионалов по Elite Pro. Но это будет осенью 2024 года.